написал? Униженные и оскорбленные. Идиот! А я, между прочим, никогда не видел парня. А когда приехал, увидел, он писал мне, стал обнимать, обнимать. Ага, пока кто-то не сказал тебе, что это не Борис. Что? А это они совсем не такие. У них иголки длинные, когда с ним срываешь на нас, и на тебя льется березовый сок. Слышите вы, ботаники, надо думать о глобальном. С возвращением Аллы Пугачёвой российские эстрады вызывались «Кобзоновые дыры». Это еще что? После редакции нашего сценария в нем образовались такие дыры, что наш капитан посидел. Нет, это глюкосилы выедают его волосы изнутри. Ну что? Возьмите меня к себе. А что ты умеешь? А я могу вырабатывать, как Сашик Энерджайзер. Лучше греби отсюда, как Сашик Энерджайзер. Время загадывать желание. Ну что, загадала? Ага! Если ты не боишься, то был концерт уже тупали. Здравствуйте, мы попали. Мы попали! Мы попали! Мы попали! Мы попали к нам в Ответчик Творческого Объединения «Амин». До свидания! Что такое? Живот болит! Прими парашют. Ну, как? О, ребята, полегчало. Спасибо! Что мне без вас делать? Без комната, милый! Без комната! Слушай, а ты вообще за Луну или за Солнце? Я за Солнце! Солнце пузатого японца! А мне на день рождения подарили собаку. Мало того, что она бешеная, у нее еще одни упыльки. То и ошейник надо подавать, то телефон сотовый. А что за собака? Солнцевская, борзая. Ой, наверное, скоро приду. Тоже мне нашел кувыркало шутить. Лучше слушайте, что я вам во-первых, волшебное слово «Тамагочи», а во-вторых, нужно спеть самую популярную на фестивале песню. Маэстро! Потом ты будешь сворачивать. Я тебе говорю, пока сворачиваю, вот это. Какая тут наша? О! По чертому морю, в зеленой земле. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Это кто здесь сказал плыву, а? Я!
мы опять не стали чемпионами пришли. А у меня грабли сломались. А зачем нам на корабле грабли? Вот я подумал, бесполезный предмет взял да и сломал. Молодец, так что я не успел. А я на протяжении всего рейса боялся, что наш корабль сядет на мель. Это ерунда. Раньше сядет, раньше выйдет. Что это у тебя? Да вот читаю шутки капитана. Что у тебя в правой руке? Ё-моё, я ж в автобусе ехал. Да, над шутками нашего капитана нельзя не смеяться. Что, такие смешные? Да нет, просто нельзя не смеяться. Вот я как-то смотрю в море и вдруг вижу, что ничего не видать. Пригляделся, вижу, что смотрю не туда. О, смотрите, русалочка, олень. Да, но только у меня объем в два раза больше. А что это ты вышла с андреевским флагом? А? Это не флаг. Вы что, читать не умеете? На корабле трау белое не надевать. Пойдите наши дружбы. Зато по очереди первыми крысы бегут с корабля. Потом команда. А капитан покидает судно последним. Ждет, пока акулы наедятся. Капитан, ваша просьба выполнена. Какая просьба? Спасти наши души. Ой, да что ты так делаешь? Да потому что я люблю свою команду. И твоя любимая команда. Свистать всех наверх! Ну почему обязательно свистать? Да! Неужели нельзя просто позвать по-человечески? Да! Да пробовал я вас звать по-человечески. Но на кыс-кыс-кыс никто не откликается. Вот у боейшины, как у акулы, зубы растут с три ряда. Ну так это же хорошо! Тройная защита для всей семьи. А моя жена ласковая, заботливая. Помню, заболел. Она мне аспиринчику, анальгинчику и чайку с медком. А на ночь говорит, получше укутывайся, а то зимой на балконе спать холодно. Вот и я как-то себе купил телевизор цветой. Представляешь, включил сеть, а он не работает. Что делать? А как что делать? Выдерни шнур, выдерни стекло. Вперед! А меня вопрос интересует, почему кофе не с кафе, именно в красной кружке? Ха! Да просто кружке стыдно за свое содержимое. А я как-то брею, знаете ли, и вдруг зеркало говорит мне человеческим голосом. Васек, ты чего сбрил усы? Ну, думаю, все. Больше перед телевизором прийти не буду. И я, летучий голландец, и я, корабль бритер, и я морец по шефу. Много не возьму, каждой паре по паре. Раскольников, а ты чего мечешься, а? Так, мужики, дайте определиться. Тварь ли я дрожащая, или право имею на бесплатный проезд? Молодец. Так ты сказал, что у тебя проездной. Что? Капитан! Скажите, зачем на компасе стрелка? Йонга-йонга! Но это ж для того, чтобы моряки не забывали, с какой стороны на деревьях мох растет. О! Капитан! Глядя на вас, я постоянно думаю, вот морской волк, это профессия или стиль жизни? Но это... Дорога! Морской волк! Это маяк оборотни! Деда Мазая не видели? Нет! Вот как! Мне его рода сразу не понравилось! Говорит, поднимите цунами, затопите зоти! Я вас на лодке на халяву погадаю! А? Откуда этот заяц, а? Это не заяц, это белочка! А куда вы говорите, что моряки вообще не просыхают? Да как же здесь просохнешь, когда шторм кругом? Волны по палубе катаются, брызги летят!
сейчас? Море, шторм и без штурвала, да? Так, мальчики, еще раз и помедленнее. Вот там парень сидит, он записывает. О, как сделаешь сборную? Да не надо записывать, отец, я сейчас приеду. Только
над горами, а лучший город могут быть только горы, на которых еще не бывал. И потом, это ж семья. Жена на кухне, чистит ковровый дорог, а детство проходит мимо. Детство безумно улыбается. И пачкает ковровую дорожку. Конечно, нет. Это мне судьба, рожий год. Представляете, вчера всю ночь не спал, все думал, почему я не сплю. Мне постоянно один из наших музыкальный сон. Кто-то подходит, мне бубен бьет. А ты что? А я слушаю и поступаю. Огонь! Кто не раненый?
пиры! Мужики! У меня две новости! Одна плохая, другая хорошая! Ну, давай плохую! Конец света близок! А хорошая? А, молодцы! На чем вы, на
Thank you.